Яка-362, на-на-на-на-на. Всем привет, с вами Яка-362. И сегодня я играю в Майнкрафт. Давненько я не снимала про Майнкрафт. И вот, решила снять новиночку про один блок. Как видите, я на одном блоке. Я еще, кстати, кое-что придумала. Вот когда вот так вот прыгаешь, очень баско. На одном блоке. Так. Ломаем этот блок. Ох. Кто не знает, то когда ломаешь один блок, вот этот вот один блок, то вместо него появляются другие. Shift, что ли, включить забыла. О, сундучок. Два яблочка, это хорошо. И сундучок мне тоже пригодится. Что-то мне как-то shift подпускается в неподходящее время. А здесь что не прогружается? Все. Прогрузилось. Так и когда не прогружается, как будто бы на пустоте кого-то стою. Главное сейчас шифта не слезть. Случайно опять. А теперь побольше места стало. Ох. Надо будет сейчас скрафтить верстак. Ох, ты что так пугаешь, свинья? Реально, она меня так напугала. Копала себе спокойненько, а она тут выскочила. Главное, чтобы она не упала. Сейчас надо ей блок поставить. О! Все, так-то лучше. Так, яблочко и семена пшенички. Сундучок сломаем. И, пожалуй, я на всякий случай сейчас возьму и поставлю сундучок. Ох, опять чуть не упала. Поставила и положу туда вот эти вот предметики. Так. Потихоньку расширяем нашу территорию. Ломаем, ломаем. Сделаем топорик. И кирочку. Так. Еще чуть-чуть расширю. Как-то прыгнула. Не получилось аккуратно на сундучок встать. Что было? Гравий, наверное.
Да, гравий. Еще один сундучок. О, где рукаваты? Очень хорошо. Надо ведерко воды поскорее убрать в сундучок. Сделаем еще досочек. Сколько гравия-то? Может быть, сделать так? Под одним блоком поставить еще один блок. Да, уж островочек, конечно, там тут маленький. Так вот лучше. Так, только любопытно, а куда мои топоры кирочка подевались? А, наверное, то, что я из мира выпадала. Скрафтим новые. А кирочку лучше вообще убрать пока что. Потому что пока что камни не попадаются. А гравий можно и рукой ломать. Это что за звук был? О, факел. И сажа не с дуба. Это хорошо. Поставлю я, пожалуй, факел, а то солнышко уже садится. Главное опять не упасть никуда. Ой, уже перешла на следующую фазу, что ли? Просто копаю и копаю блок. А это что за земля тут необычная? О, глина! Арбуз! Как здорово-то. Теперь у меня есть такой вот красивый блок глины. Мне почему-то нравятся блоки глины, они такие красивенькие. И в сундук убираем сундук. И также из брови делаем досочки. И также кладем в сундук. И землю тоже на всякий случай. Пока ночь. Лучше, пожалуй, ничего не строить. О, березка. Я ненадолго просто отойду пока.
ладно, проэкспериментируем сейчас Shift. Ух. Ну даже в какой момент шифта слезла. Ладно, возьмем еще какую-то часть блоков. Так. Ух. Так-то получше будет. Еще одна свинья. Так а почему, когда свиньи попадаются, звуки какие-то такие страшные, пугающие? Эй-эй-эй, вы что? Вы сейчас другую скинете. Так, давайте аккуратненько. Не падайте. О, тыква. Еще и корова. Реально, для вас уже надо делать загон. Так, а пора расширить территорию. Так, а как расширять, если вот тут вот так вот в опасном положении стоите? Понятно, взяла я вас от 3 блока земли, чтобы просто упасть. Хорошо, что я еще земли оставила. А теперь осталось сделать загон. Понятно, нужны палки. Ну, пусть будет столько палок. Так, сломаем пока верстачок. Переставим ему чуть-чуть. Давайте, идите пока вы сюда. Так, вы что, одну свинью столкнули? Вот что значит много животных. Все, загон маленький готов. Пока у меня и не так много животных. Остальное положу в сундук.
Вот 3 яблочка. О, семена арбуза. Здорово. Сюда яблочки, сюда арбузики. Сюда тыковку. И сделаем еще один блок глины. Так, теперь можно ломать сундучок. И тоже его убирать в сундучок. Овечка, понятно. Никого больше нету? Давай, овечка. Я знаю, что сюда ты сможешь вместиться. Все, теперь у меня овечка, коровка и свинка. Только хотела сказать, что дерево стало мало попадаться, как попалась березочка. Земли, конечно, много попадается. Может быть, стоит крафтить лопату? А березовые досочки очень красивые. Мои самые любимые доски — это березовые из темного дуба. Так, тыковки. Земельку, пожалуй, беру. Пожалуй, топор и лопату рядом поставлю. Да почему же, когда животные появляются, такие звуки страшные? Как будто бы это мобы появляются. Монстры. Хотя потом, наверное, монстры-то и будут появляться. Ну, это тоже, наверное, лопатой можно. Еще одна свинюшка. Давай, давайте. Все. Да вы как ее выталкиваете? Не надо выталкивать. Не надо, говорю, выталкивать. Из тебя суп сварю. Давайте. Ну потеснитесь же вы тут как-нибудь. Понятно, пора для них расширять территорию. Убираем лопату, топорик. Все ресурсики такие вот убираем. И берем землю. Ну, у меня 15 блоков, этого будет достаточно.
еще немного земли можно взять. Еще один блок земли можно взять. И все. Теперь возьмем вот такой забор. Надо его еще взять. Скрафтить. Так, берем досочки. Все досочки. Делаем палочки. Так, чуть-чуть не так скрафтила. Так. И еще можно сделать. Так. Теперь возьмем верстачек. Да ладно, пусть. Вот сразу же место расширяется стало. Так, забираем оставшийся забор. Так, давайте. Не выходить. Так. Возьмем ведро водички. Убираем такое ведро. И берем блоки земли. Ох. Так, надо перекусить чем-нибудь. Арбузиком, к примеру. Вы спросите, что я сейчас делаю? А я делаю... Можно сказать, такой...
лифтик вниз водяной. Ух, чуть туда не выпрыгнула. Так, так, так. Пока что земли все больше нету. Возьму лопату и топор. Но когда еще земля появится, буду дальше продолжать спуск вниз. Сколько яблочек. Это хорошо. Корова, понятно. А вы даже не смеете сбегать. Все, теперь у меня так. Две свинюшки, две коровки, овечка и курочка. Осталось только еще одну курочку и еще одну овечку. Чтобы у всех было по двое. Пока что водичку лучше забрать. Наступает уже ночь. Так. Опять надо делать блоки глины. Может быть, только что потом мне из глины построить. А пока ночь, буду продолжать копать блок. Еще одна корова. Ну, кожаную броню мне надо. Так. Давай подвинься подальше от этого блока. Так, сырая говядина. Понятно, кожа не выпала. Oh.
Еще одна корова. А вот из этой выпала говядина и одна кожа. Сколько же у меня глины? Так. У меня уже 16 глины и целых 44 ломтика арбуза. Так, понятно, 8 отдельных арбузиков и 4 арбузных блока. Хорошо. Был бы у меня золотой слиток, сделала бы золотое яблочко. Сундучок. О, кожа еще одна. 7 арбуза. Пожалуй, сломаю факел, потому что надо чуть-чуть посражаться с мобами. Так, для начала сделаем меч. Так, палки же там остались. Деревянный, но меч. На всякий случай. Все вот это вот уберем. Так, инвентарь все почти пустой. Теперь ломаем факел. И факел уберем. Не, все равно без толку. Не спавнится. Лучше уж буду со светом. Овечка. Овечка, давайте. Еще маленький курятин. У тебя тоже маленький. Давай. Иди. Давайте. Нет.
Давайте, отойдите. Отойди, говорю. Давайте. Все. Уже у меня скоро лопата и топор сломаются. Что, целых две курицы сразу? Ты что мне киваешь? Ладно, ты кивала? Иди, значит. Нет. А так как уже две курицы и один курятин маленький. Из тебя суп. Правда странно, почему мне до сих пор не выпал ни один камушек? Где же весь камень? Куда он спрятался? Вот и утро наступило. Обалдеть, конечно, сколько у меня уже животных. Так, наступило утро. Убираем топор, лопату. Берем ведро водички. Разливаем. Не-не-не-не, не там. Разливаем вот тут водичку. И кладем на место ведро. Быстренько. Быстренько так окунаемся. Надо срочно поесть. Лучше съем яблочко. Надо подлечиться пока что. Давайте последнее сердечко. Отправляемся в плавание.
Давай, давай. Ломайся, ломайся. Ладно, уже я не буду за ним гнаться. Надо срочно подниматься и опять лечиться. Так, похоже, надо взять один арбузик. Стоп, а как взять дольки арбуза, скажите мне? Уже никак, что ли? А, точно, надо же поставить блок и сломать. Так скажите, почему выпало 6, а не 9? А сколько должно там обычно выпадать? Все, наконец-то. Лучше возьму с собой хотя бы один вот такой маленький арбузик. И, к примеру, 11 блоков земли. Ладно, думаю, пришло время там строить уже такой, можно сказать, островочек. Нет, нет, нет. Так, главное не потерять ведро воды. Thank you.
знаешь, конечно, я здорово придумала. Теперь осталось поставить блоки с других сторон. Это будет сделать сложно уже. Никто не выпался. Ух, успела закрыть. Ух, с трудом успела. Все, похоже, у меня больше нет земли. Ух, надо копать. Еще надо мне поесть. Думаю, стоит забрать воду. А то вдруг в воде какие-нибудь утопленники появятся. Берем лопату, почти сломавшуюся, и топор, наполовину сломавшийся. Ой, дерево-то сколько пошло. О, сундучок. Саженцы дуба. Ну так-то можно один посадить вот где-нибудь тут с краешку. Так, лучше сначала все уберем, а потом уже будем рисковать. Главное не слететь с шифта. О, топор вот тут тоже сломается. О, яблочки, именно как раз вот блок именно дерна. И мне, похоже, надо расширять сундучок. Ладно, сделаем пока что так. Абсолютно все вещи из сундучка переложим в инвентарь.
Ух, и теперь ломаем сундучок. Поставим сюда, к примеру, так. Какой-нибудь блок. Ну ладно, пусть березка будет. Потому что неохота дерн тратить. Так, а теперь берем и ставим, к примеру. Ну так-то можно уже и не тут. Ну ладно, поставим тут двойной сундучок. Сюда поставим блок, чтобы не упасть. О, переход на следующую стадию. Срочно крафтим себе какой-нибудь топорик. Пять, так, 4, 3, 2, 1. Так. Ну, а какая там стадия у нас? Непонятно. Так. Камень! Наконец-то камень! Уж думала, не дождусь. Наконец-то камень. Думала, уж не увижу никакого камня. Так, берем наконец-то мою деревянную кирочку. Уголь. Наконец-то теперь я сама смогу крафтить себе факела. Ой, железо же не ломается обычной киркой. Так, пришло время крафтить каменную. Так, не, лучше обычное дерево использовать. Дуб. Ну, палочки там вроде были чуть-чуть. Да, вот 3 палочки у меня есть. Берем и делаем каменную кирочку. Еще палочек. Каменный топорик. Каменную лопату. Еще надо чуть-чуть палочек. И каменный меч. Наконец-то. А деревянные уже... Ну вот эти вот вообще можно выбросить просто. Ну, деревянную кирку, вот этот деревянный топорик можно, конечно, еще пока оставить на потом, а не потому что почти целые. А так уже все, наконец-то. И еще хватит здесь. Нет, чуть-чуть не хватило мне. Чтобы скрафтить печечку. Теперь, наконец-то, у меня есть и железо. Какая это что за камушек? Гравий.
Ой, это уже камень. Ой, грибная корова. Здорово. Так, корова обычная, отойди. Сейчас будем обычную, необычную. Давай, коровка, давай. Все, теперь у меня есть грибная корова. Ой, я смею, что еще не яйцом стукнула. Я наконец-то могу скрафтить печку. Наконец-то у меня есть печка. С самого начала переплавлю железо. Так, будем переплавлять чем? Деревянным мечом, к примеру. Сколько-нибудь переплавится. И киркой, к примеру, деревянной. Тоже можно переплавить. Ура! У меня есть железо. Наконец-то. И я еще могу, значит, скрафтить. Да, огниво. Чтобы потом зажечь портал в ад. Правда, вполне возможно, уже могут попадаться и мобы в этом блоке. Это мы уже узнаем в следующем выпуске. Всем пока и до скорых встреч. С вами была я, К-362. И всем пока.